Одно из самых популярных и любимых русских блюд – это котлеты. Их готовят из куриного, говяжьего, свиного, индюшиного мяса. Расскажу о простом рецепте, как приготовить фарш для котлет. Смело можно смешивать два или несколько видов мясного фарша. Если не едите мясо, сделайте овощные котлеты, обжаривайте их на сковороде. Запекайте в духовке или приготовьте на пару. Можно сделать их с начинкой из сыра, зелени. Подавайте их горячими с любым гарниром или ешьте с кусочком хлеба. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. В большую миску выложите оба вида фарша, перемешайте руками или ложкой. 2. Очистите лук и натрите его на крупной терке, переложите в миску к фаршу, добавьте молоко, посолите и поперчите. 3. На крупной терке натрите кабачки, выложите их к фаршу. 4. Вбейте куриные яйца, перемешайте хорошенько до получения однородной массы. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Смочите руки и отщипните небольшое количество фарша, сформируйте шарики. 6. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите котлеты. 7. Обжаривайте их по 3-5 минут с каждой стороны, затем переложите в кастрюлю и остудите или подавайте сразу. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Вот из чего готовим блюдо. Свиной фарш 750 грамм, говяжий фарш 750 грамм, лук 2 штуки, кабачки 2 штуки, яйца 2 штуки, молоко 1 стакан, соль, перец по вкусу, количество порций 20-30. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Удачи!